пышные платья, высоченные каблуки и здоровенные сиськи. Ну да, я уж скорее похожа на жертву развода. Ну и долго ты была замужем? Долго. Это тянулось целых 6 лет? Да дней. Это что? Это была ужасная ошибка. Это вот тот самый случай, когда понимаешь, что делаешь дикую глупость, но уже не остановиться. За дом Бейкер слепой. Слепой, как кроп. Но все равно надо было сказать. Я бы на твоем месте сказала. Может, мне интересно было, когда ты сообразишь. Ну что, теперь ты знаешь. Так что, рванешь отсюда растворяться в ночи или обойдешься обмороком? Ты еще шутить можешь? Ну, слушай, единственное, чем меня можно достать, это когда начинают ахать и охать. Терпеть этого не могу. Так что, не начинай. Ты уже настолько привык? Да пойми ты, мне не к чему было привыкать. Я ведь так и родился слепым. Одно дело, если бы сначала видел, а потом ослеп. Для меня слепота – это норма. Я ведь только в 6 лет понял, что все остальные не такие, как я. Но тогда это уже мало что меняло. Так что расслабься, не бери в голову. Разрешается даже смеяться. Смеяться, что ты слепой? Ну, раз другого повода у тебя нет. Слушай, я не Бенсон, Бенсон. А вы тоже здесь живете? Нет, я в соседней квартире. Я забежала на минутку попросить Дональда. У меня на булке молния заела, чтобы он застегнул. Понимаю. Своеобразный способ застегивать молнию. Снял куртку. Да она где-то здесь. Вот же она. Тут на спине такая длинная молния, самой Ника. Оденься. Мама, ты почему пришла? Мы же с тобой, кажется, договорились. 2 месяца. Я была здесь рядом. Ты рядом? Ты же собиралась в универмаг САС. Угол 5-й авеню и 50-й улицы. А здесь 11-я. Это называется рядом. Я купила тебе пару рубашек, решила занести. Вдруг тебе понадобится. Мама! Ты же прекрасно знаешь, что не нужны мне никакие рубашки. П'єса «Ці вільні метелики» або «Еті свободні бабочки» – це дуже відома п'єса. П'єса написана американським драматургом Леонардом Гершем, так, більше 40 років тому. Але вона дуже актуальна сьогодні і взагалі-то вона актуальна завжди. Це одна з тих п'єс, теми яких актуальні і важливі для кожного часу і кожного суспільства. Що я можу сказати? Чому взяли? Бо перше питання і перша тема, яку ми беремо у цьому матеріалі – це необхідність віри в себе. Саме ця проблема, вона є у молоді і є в неї завжди, бо молоді люди завжди прагнуть самостійності, свободного життя. Ми говоримо про любов, звичайно, бо любов, вона, як ми знаємо, керує світом, так? Але ще ми говоримо і про необхідність такої відмежування від, як то кажуть, ну, є любов батьків, так, а є контроль батьків, так. І от де оця межа проходить дуже важливо. Тобто ми ставимо питання і перед молодими людьми, і перед їхніми батьками. А ще дуже така цікава тема, і на мій погляд важлива, це ми, що ця п'єса звертається до людей, у яких є якісь вади. Тобто наш головний герой, він сліпий від народження, але він людина, яка прагне жити повноцінним життям, яскравим життям, самостійним життям і робить для цього все, що він може, що він цього прагне. Отже, п'єса про молодь, для молоді. І у нашій виставі задіяні молоді актори, дуже молоді. І такі актори, які ще не мають достатнього досвіду сценічного. Скажіть, наскільки це важливо і наскільки це важко, чи наскільки це потрібно, щоб саме от такі молоді актори працювали у такій п'єсі? Ну, взагалі-то гарно, коли молодих людей грають молоді люди, правда? От, бо якщо молодість дає в неї свої переваги, знаєте, для молодих ролей, так? Тому, звичайно, ми хотіли задіяти молодих людей, навіть якщо десь у них ще не вистачає досвіду, але на таких ролях треба, можна зростати, можна щось робити, можна творчість свою розвивати. Ну, от, і, звичайно, що це потрібно молодим артистам, це для них такий екзамен свого роду, а з іншого боку, це такий, ну, будемо так казати, творчий рост,
якщо людина прагне працювати артистом, вона повинна чому вчитися. І найкраще, коли людина вчиться на гарному матеріалі драматургічному, на гарних ролях. Але я повинен сказати, що не тільки молоді артисти в нас у виставі, у нас працює одна з найдосвідченіших актрис нашого театру, блискуча актриса, це Лідія Григорівна Гашинська, дуже відома нашому глядачу, заслужена артистка України. От, і мені дуже приємно, що в нашій виставі, так, тобто, кажете, поєднався досвід, великий сценічний досвід Лідії Григорівни і молодий задор наших виконавців, молодих хлопців та дівчат. Которую нам дарит его сиятельство. В этой комнате? Он предоставляет ее нам. А она мне не нравится. Ну почему? Это же самая удобная комната во всем замке. Ведь она как раз находится между покоями графа и графини. Как-нибудь ночью графине станет дурно, она позвонит из той комнаты, раз-два, и ты у нее. Понадобится что-нибудь графу, хоп-ля, три прыжка, я у него. Прекрасно! Но как-нибудь рано утром граф позвонит тебе и ушлет надолго по какому-нибудь важному делу. Раз-два и готово. Он уже у моих дверей. А потом уплев три прыжка и... Что? Граф мне дает придорожное за то, чтобы я провела с ним наедине четверть часика по старинному праву сеньора. А ты знаешь, что это за милое право? Я так хорошо его знаю, чтобы если его сиятельство не отменило этого права, я бы ни за что не женился на тебе в его владениях. Ну что ж, отменил, а потом пожалел. И сегодня ночью граф намерен вновь приобрести это право у твоей невесты. Ох, если бы удалось перехитрить этого великого обманщика. Что за шум? Какой шум? Там кто-то опрокинул стул. Да я не слыхала. В туалетной комнате кто-то есть. А кто же там может быть? Об этом я вас спрашиваю, я только что вошел. Кто? 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 Сюда она убирает! Ну, вы же сами сказали, что она прошла к себе! Уже сказала. Это девушка? Несомненно смущает вас, граф. И вот мысли ваши заняты ею. Гораздо больше, чем мною! Да вы не мысли! Саня, ты ей до такой степени! Я хочу ее видеть немедленно! Что вам угодно, ваше сиятельство? Если вас заставят со мной! Я был бы в отчаянии, если бы сюда кто-нибудь вошел. Ну ты знаешь, что я тебя... Я равнодушен. Вазиль имел с тобой разговор о моих чувствах. И у меня остается буквально одна секунда, чтобы рассказать тебе о моих намерениях. Слушай. Ничего не стану слушать! Одно слово. Тебе известно, что король назначил меня посланником Глунда? А я Мирусова Фигаро! В качестве дипломатического курьера, так как жена обязана следовать за своим мужем. Если мне было позволено говорить! Говори. Говори, моя милая. Говори. Виктория Петровна Терещенко в своем театре как художественный руководитель, конечно же, генератор идей. Почему именно Бомарше и именно Фигаро? Пьес хороших достаточно много. Ну, наверное, все-таки любой руководитель, это, наверное, с одной стороны право, с другой стороны большая ответственность. Все равно подбирает по собственному вкусу и по собственной, как сказать вам... Как любой творческий человек, вы спросите любого художника, режиссера. Как правило, когда задают им вопрос, чем вы руководствовались и почему вы это ставите, они всегда говорят, я ставлю это для себя. В первую очередь, это должно быть интересно мне. Что, если это интересно мне, значит, я сделаю так, чтобы интересно было зрителю.
Но тут у меня немножко сложнее задача. Между мной и зрителями еще коллектив. Мне надо вначале сделать так, чтобы было интересно коллективу, а потом уже коллектив должен донести это до зрителя. Ну вот такая вот, ну, судьба, наверное, руководителя. Брать на себя ответственность, принимать решения, но при выборе и решения всегда опираешься на собственные плюсы и приоритеты, которые у тебя существуют в жизни за всю такую немало прожитую уже жизнь. Ну, как-то так. Витиевато, но так. Вот вы говорили о коллективе, который стоит между руководителем и, собственно, самим, да, спектаклем или пьесой в данной ситуации. Есть определенный риск, мне так кажется, когда коллектив небольшой, действующих лиц много в пьесе, когда сцена очень маленькая, и много мест действия в пьесе, и вообще артистам, когда их много на сцене, нужно где-то вот элементарно развернуться. Как вы отнеслись к этому риску и как вышли из ситуации? Ну, во-первых, мы театр кукол. Там, где много персонажей, можно всегда снивелировать тем, что вывести на сцену кукол. Куклы по размеру меньше, могут больше иногда, чем живой актер, поэтому это как-то не страшит. Количество персонажей как раз-таки. И я думаю, что следующий шаг по поводу спектаклей для взрослых, все-таки мы отойдем от такого синтеза актер-кукла и сделаем только в куклах. Вот все-таки хочется донести уже в чистом виде театр кукол для взрослого зрителя. Уже пора. Уже народ понял, зритель понял, что такое театр кукол, что это не детский театр. А теперь уже хочется вообще в первозданном состоянии его показать, когда актера не видно, работает кукла. Драма Чехова, да, это вот мини-спектакль, который он уже существовал, и несколько лет назад мы со Светой его сыграли, и его просто ввели сюда в бенефис. «Камінний господар» Лесі Українки – это проба, потому что у меня нет в репертуаре этого образа и нет этого спектакля. То же самое и «Шукшин».
и Зорин, Шукшин, я имею в виду, энергичные люди, и Зорин, мужчины и женщины. Бурхливі дні Гарунського, так у нас переклад є. Есмеральда Вадима Ильина, это уже сыгранный мною спектакль, но я когда-то, 20 лет назад почти, я играл в нем Феба. А здесь я сыграл Квазимода. Скажите, репертуар для бенефисного спектакля кто подбирал? Вы сами, как бенефицианты, или совместно с режиссером, или режиссер сам этим занимался? Поскольку мы бенефицианты со Светой, то мы имели право, ну, втручаться в распорядок ролей и в распорядок, ну, занятости. То есть мы могли сами предлагать и выбирать из того, что мы приносим режиссеру Олегу Григорьевичу Игнатьеву, он что-то нам дает. Ну, это как бы совместный такой вариант получается. То, что у Светы, ну, к сожалению, Светы сейчас с нами нет. Света хотела сыграть, например, Васу Железного Горького. Но ей предложили сыграть Елизавету Разумовской. Ну, я думаю, что это вот как бы равносильные, равноценные такие, ну, замена паритетная такая. Ну, по крайней мере, по жанру точно. Скажите, есть вот шанс, что вы показались в тех или иных ролях, в тех или иных образах, режиссер посмотрит и скажет, давайте ставить спектакль? Или это все-таки исключительно в рамках бенефиса, это изначально оговаривалось? Ну, пусть режиссер посмотрит и скажет. Я тогда думаю, что здесь следует обратить внимание на реакцию зрителей. Реакция зрителей была одинаково яркая, и когда звучала на сцене комедия, и когда драма. То есть на самом деле удалось все. Удалось, разные жанры удались, разные образы удались. Очень приятно было наблюдать за вашими перевоплощениями. Вы каждый раз были разные в каждом новом образе. Скажите, для вас лично, как для артиста, все-таки что интереснее играть? Драма, комедия, классика, современность? Нет значения абсолютно. Что играть? Главное, чтобы это была хорошая драматургия. Главное, чтобы это была хорошая режиссура. Я вам скажу даже честно, не в текстах дело, а в решении, да, вот как режиссер решил, как ты сам видишь этот образ, как ты его характеризуешь, как ты его находишь, делаешь. И бывает такое, что из какой-то, извините, пиндюрки появляется роль. А бывает такое, что и наоборот. Вот ты вроде играешь, да, ну, большая роль какая-то, а ты сам удовольствие от этого не получаешь. Это нормальное явление, собственно говоря. Это, ну, жизнь актера. Никуда не денешься. Ролей какого жанра сейчас в репертуаре у вас больше, вот на сегодняшний день? В большей степени характерные роли. Ну, скажем так, я уже в свое время я отыграл и «Финистов ясных соколов», как смеется наш главный режиссер, и «Принцев Золушки», и героев отыграл и отпел. И сейчас, ну, естественным образом я перехожу на характерные роли. Социальная героика меня интересует в большей степени. И вот сейчас не только на большой, и на малой сцене. Мне кажется, что у меня получается это. А вот были с вашей стороны какие-то заявки для бенефиса, вот тех ролей, которые бы 100% хотелось бы сыграть в ближайшем будущем? Ну, их так много. На самом деле. Но хочется сыграть что-то вот такое героическое, что-то патетическое. Скажем вот так, например, ту национальную, там, Тараса Бульбу, там, Мазепу, что-то вот такое вот хотелось бы сыграть. Голова та смахнула в лаваре, старую не стала, на пенсию чай.
Закінчилася вистава. І як ваші акторські відчуття? Як приймав миколаївський глядач полтавчан? Ну, чудово приймав. Ви самі все чули, і ми бачили завжди, коли такий теплий, ну, навіть просто, не просто теплий, а я б сказав би навіть шалений такий прийом. Звичайно, акторам приємно. І миколаївський глядач, він підтвердив свою репутацію, бо ми вже знаємо вашого глядача, ми любимо ваше місто, любимо вже не вперше в вашому театрі. Тому ця зустріч чергове підтвердила, і нам дуже приємно, ми задоволені. Як на ваше особисте відчуття пройшла для вас, як для акторки, ця сьогоднішня вистава? Чи були нерви, адже не ваша сцена, все ж таки переїзд був не дуже простий? Звичайно, ми дуже хвилювалися і тому, що інша сцена, хвилювалися і тому, що деякі актори взагалі тут не працювали, деякі були, але це теж, ну, я вже другий раз у вас, ми у вашому чудовому місті, з вашим чудовим глядачем, але знаєте, ваш глядач дійсно, він робить таким чином, що ми забуваємо хвилюватися в якийсь момент, чесно. Він додає нам якихось нових емоцій, енергетики. І взагалі, правда, дуже чудові люди в цьому місті. Дуже дякуємо і чекаємо на вас ще і ще. Задоволені. Другий раз сюди приїжджав і пам'ятаю той прийом мати наймички, коли моя колега Танечка грала героїню, і я дивився зал, і в залі були багатьох сльози, і у нас теж за те, що, ви знаєте, так, на такому високому рівні пройшла вистава. І ви знаєте, що ми приїхали з Полтави, у нас більшість на українській мові розмовляють, а тут у вас російський, і російська мова більше, але вони все розуміють і все сприймають так, як потрібно нам. Дуже дякую. Чудово, на мій погляд, приймав миколаївський глядач вашу виставу. Які ваші відчуття, як зіграли і як приймали? Нам дуже приємно було сьогодні працювати, тому що глядач ваш дуже такий теплий, а на теплого глядача завжди приємно працювати. Ми дуже старалися сьогодні, хочу там і якось так спекотно в залі, але я думаю, що ця спека не завадила не нам насолоджуватися своєю там грою, да? Ні, з глядачів і дивитися на це, що ми робимо. І я думаю, що їх душі трошки відпочили від цього будення, яке існує навкруги. Тому ми до вас привезли сьогодні яку комедію, а не якусь серйозну виставу, щоб люди хоч трошки відпочили. Ми дуже старалися. Дуже дякую. Немає за що. Катерино Степанівна, і от завершилася вистава. Які ваші особисті відчуття? Чи вдалося, чи не вдалося? І як приймав миколаївський глядач? Я вважаю, що вдалося. Я думала, що тільки у нас глядач театральний, я думала, що тільки
наш глядач, він так нас любить, наш глядач, але й ваш глядач нас прийняв дуже гаряче, дуже хорошо. Ну просто, ну, ми були на такому піднесенні, якось сцена за сценою йшла, якось так, так вони нам вдохнули, вони посилали нам свою енергію, і ми віддавали їм свою енергію, і оце обмін оцими енергіями, і от в цьому кайф, я думаю, і глядача, і актора. Що ж, я дуже вдячна вам за виставу, і наш глядач також вдячний вам за виставу і за те, що ви приїхали до Миколаєва і продемонстрували тут своє мистецтво. Все, що ми можемо сказати, на прощання, до нової зустрічі у місті Миколаїв.